Паратерм – это абсолютно экологичный материал для строительства дома. Для его производства используются только натуральные сырьевые материалы. Керамические блоки паратерм подходят как для возведения внешних и внутренних несущих стен, так и для создания межкомнатных перегородок. Сегодня мы поговорим о преимуществах этого строительного материала. Благодаря своему большому размеру керамический блок паратерм заменяет до 14 кирпичей в кладке. В отличие от газоблока, кладка из паратерм не требует армирования и сооружения монолитных железобетонных поясов, устройство которых занимает не менее 14 дней. Соединение вертикальных швов паз-гребень не требует заполнения кладочным раствором, что позволяет существенно снизить его расход при строительстве, а кроме того ускорить процесс возведения стен и улучшить их теплотехнические характеристики. Керамические блоки паратерм позволяют приступить к отделке сразу после возведения стен. Все дело в низкой отпускной влажности, так как блоки проходят обжиг в печи при температуре около 1000 градусов по Цельсию. При отпускной влажности паратерм менее 1%, суммарная влажность возведенной кладки не превышает 10%. При таком значении влажности начинать штукатурные работы внутри и снаружи помещения можно сразу после монтажа крыши на здании. Кладка из крупноформатных блоков паратерм позволяет сохранять тепло зимой и прохладу летом. Все дело в пористой структуре керамического материала, особенном расположении и форме пустот внутри изделия. Для примера возьмем блок паратерм 38 термо, который обладает самой низкой теплопроводностью. Для достижения схожих теплоизоляционных свойств толщина стены из обычного кирпича должна составить 235 см, а из газоблока плотностью D500 около 48. Минимальная прочность керамического блока М100. Это значит, что при такой прочности 1 квадратный сантиметр блока выдержит нагрузку в 100 кг без разрушений. Это позволяет возводить здание до 10 этажей без дополнительного усиления кладки. Также керамические блоки не теряют прочность в процессе эксплуатации. Стены, построенные из блоков паратерм, стабильны, химически инертны, не вступают в реакцию с химическими элементами из окружающей среды. Здание из керамических блоков паратерм будет служить вам и вашим детям многие годы ввиду высокой прочности и морозостойкости материала. Таким стенам не страшны ни холод, ни экстремальная жара или влага. Уровень шумоизоляции стены из блоков паратерм составляет более 55 дБ. Этого достаточно, чтобы заглушить шум от проезжающих мимо машин, ремонтных работ, криков соседей и многих других звуков, которые порой не могут скрыть даже самые толстые стены из обычных стройматериалов. Отличная аккумулирующая способность и высокая паропроницаемость блоков паратерм обеспечивают сбалансированную влажность воздуха в помещении, а также снижают риск появления плесени и грибков. Более того, керамические блоки не выделяют летучих органических соединений и являются одним из самых экологичных материалов в строительстве. Теперь вы знаете, почему, если строить, то из паратерм.